Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Константин Косман и Олег Березин стали бизнесменами года в рейтинге «Люди и бренды». Идет публикация победителей рейтинга «Люди и бренды 2023» от газеты «Бизнес-новости». Подведены итоги в номинации «Бизнесмен года. Крупный бизнес». Так, по мнению экспертов, победителем в ней стал гендиректор агрохолдинга «Доронич» Константин Косман. По итогам народного голосования – гендиректор фирмы «Глобус» Олег Березин. В экспертном голосовании Березин третий, а Косман в народном второй. Также в тройке лидеров попали руководители крупнейших оборонных заводов, гендиректор завода «Авитек» Александр Иванов и гендиректор завода «Лепси» Геннадий Мамаев. Всего в этой категории было заявлено 55 крупных игроков рынка Кировской области. В голосовании получено более 11 тысяч ответов. 5% респондентов выбрали ответ «нет выдающихся». При этом в экспертном голосовании такой ответ составил лишь 0,5%. За 111 миллионов отремонтируют дорогу к Победилово. Речь идет об участке длиной чуть более 1 километра от поворота с Победиловского тракта до самого Кировского аэропорта. Сейчас объявлен конкурс на поиск подрядчика. Заявки от желающих власти принимают до 19 февраля. Итоги подведут 22 числа. Выполнить ремонт победитель должен будет до 1 июня. В эфире «Экономика». На 50 тысяч рублей оштрафовали подрядчика в Кирове за затянувшийся ремонт. Работы вели на кровле дома номер 48 по улице Мокра. Завершить их должны были еще до 1 сентября прошлого года. Затем срок перенесли на 20 октября, после на 25 ноября. Но работы так и не были окончены. При этом крышу подрядчик вскрыл. Из-за этого жильцов постоянно топило дождем и водой оттающего снега. Пострадал недавно отремонтированный фасад. Теперь он весь в разводах. После вмешательства Народного фронта, который обратился в прокуратуру, исполняющего обязанности главного инженера подрядной организации оштрафовали на 500 тысяч рублей. Сейчас крышу покрыли, протечек нет. Но когда подрядчик полностью завершит работы, неизвестно. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».